Завтра в России основной день голосования по поправкам в Конституцию. Президент Владимир Путин в своем телеобращении сегодня призвал россиян исполнить свой гражданский долг. Кстати, по данным Центральной избирательной комиссии, явка уже составила почти 46%. То есть уже проголосовали почти 50 миллионов человек. В Кирове голосуют уже трудовыми династиями. Труженик крупного кировского предприятия Алексей Васильчишин и двое его детей вместе отправились на избирательный участок. Почему горожане голосуют всей семьей, у них спросила Ульяна Ездакова. В разгар буднего дня Алексей Васильчишин, его дочь Юлия и сын Павел дружно пришли на избирательный участок на Гайдара 5. Они не просто семья, а целая трудовая династия. Все вместе работают на заводе «Лепси». Трудилась на предприятии и супруга Алексея Арсентьевича, а также его брат и отец. На всех вместе стаж набрался аж 150 лет. На избирательном участке всем измеряют температуру, предлагают надеть маски и перчатки. Сегодня по поправкам в Конституцию голосуют Юлия и Павел. Алексей Арсентьевич выразил свою позицию еще в субботу. А сегодня, как глава семьи, решил поддержать сына и дочь. Это как-то и укрепляет семейные отношения, когда все мы как бы идем делать одно дело. Работа на одном заводе, выполняем, в общем-то, одну работу, одно дело, и здесь мы все вместе. Показав паспорт члену избирательной комиссии, Юлия получает бюллетень для голосования, идет в кабинку, а затем с волнением отпускает листок в урну. О сути поправок девушка узнала из СМИ и информационных стендов на заводе. Уважение к человеку труда, доступная медицина, индексация пенсии, соцпособий, сохранение семейных ценностей – вот основные пункты, которые поддержала кировчанка. Мы дружная семья, мы работаем вместе на одном заводе. И, конечно, в такой день нам было важно прийти все вместе, проголосовать за Конституцию, за поправки в Конституцию. Для брата Юлии Павла Васильчишина важным пунктом оказалась поправка о главенстве законов России над иностранными актами. На голосование мы пришли всей семьей, чтобы все вместе проголосовать за принятие поправок. Конечно, мы стараемся делать такие важные события вместе. Чаще встречаться не то только на работе, но и вне работы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосование по всей стране уже составила около 46%, а это почти 50 миллионов человек. До завершения всенародного голосования остались сутки. 1 июля в 20:00 процедура завершится. Итоги станут известны на следующий день.